Здравствуйте! Мы группа Sheldon Cooper. Существуем уже 1.5 года. Играем музыку в стиле поп-панк. С города Харькова. Откуда вы узнали фестиваль? О фестивале мы узнали с интернета. Наш соло-гитарист Женя сказал, озвучил, предложил нам выступить. Ну, естественно, я подал заявку на концерт. И, собственно, мы Что вас подтолкнуло подать заявку на фестиваль? Нас заинтересовало, как всегда, народ, выступление и фестиваль в Польше. А есть ли какие-то особые ожидания от фестиваля именно в Польше? Именно в Польше? Ну, полячки. Само собой. Мы хотим увидеть полячек. Это грандиозные концерты, где мы просто можем засветиться и, естественно, посмотреть на других участников. Мы даже придумали себе имена. Вот Женькаш, Женькаш, Викуш и Валькуш. Если вы победите, то как вы распорядитесь выигрышем? Там есть денежный приз, там тоже в порядке конкурс. А какой денежный приз? Деньги вложим в наше творчество. Мы снимем клипы, будем записывать песни и выпустим альбом. Ну все это желание вашим слушателям и зрителям, которые будут за вас голосовать. Всем побольше рока и всем спорта. Спасибо. Как говорил герой одного видео на YouTube, стартуем дальше. Thank you.
метрами просто бас не слышу, играю по приборам. В принципе, я приборист, я так и должен делать. Можно либо на комбике накрутить, либо в монитор вот этот дать. А? Сейчас. Да, у нас есть Пенни. Да. Говори. Кому говорить, говори. А, да. Да, все, спасибо. У нас есть очаровательная девушка, ее зовут Вика. Она у нас обладательница мисс няшности Алексеевского района. Давайте поаплодируем ей. Да, ну, мы ее Пенни называем, Пенни. Да, давай, включай в монитор ее чуть погромче, потому что она хоть и молодая, но чуть глухенька. Ну, поиграем. Полегче, полегче, пацан. Друзья, следующая песня для всех любителей восьмибитки. Играли когда-нибудь в детстве в Марио, да, там, Counter-Strike даже был на восьмибитке, я знаю. А, Контра называлась, да, Контра. Поехали, для всех любителей, под нее можно реально подвигаться. Посидеть нормально, да. Ну, в смысле, не волосами, или, а вот именно. Поехали. Thank you.